Сегодняшние школьники застряли в интернете, а раньше со двора нас было не загнать домой. Руками покрасневшими снежки лепили дети, а помните, как раньше было весело зимой? В огромной снежной крепости до вечера сидели, и без планшетов каждый день встречали мы друзей. Вкуснее, чем сосулька, мы ничего не ели, и джойстик нам не нужен был, чтоб поиграть в хоккей. Стащив морковку с кухни, снеговика лепили, и на язык снежинку хотелось нам поймать. А вечером с вареньем мы чай горячий пили, и мама нас ругала, что мокрые опять. Каникулы без гаджетов, без игр в телефоне, без плазменной панели на стене. И машут нам из прошлого детские ладони, ладони на заснеженном окне. И машут нам из прошлого детские ладони, ладони на заснеженном окне. Не ставили мы лайки, не делали репосты, и письма настоящие носили с почты нам. Дружили мы в реальности и жили очень просто, и радовались разным дурацким мелочам. То время беззаботное хоть на денек верните. Как это можно сделать, секрет открою вам. Вы в детство то далекое, детей своих возьмите. Возможно, им понравится там так же, как и вам. Каникулы без гаджетов, без игр в телефоне, без плазменной панели на стене. И машут нам из прошлого детские ладони, ладони на заснеженном окне. Каникулы без гаджетов, без игр в телефоне, без плазменной панели на стене. И машут нам из прошлого детские ладони, ладони на заснеженном окне. Ладони на заснеженном окне.